Всем привет, с вами Многогранник. Хочу представить вам полицейскую машину Трансформера, очень крутую. Обратите внимание на колеса, они шипастые. Специально их так делал, чтобы показать, что эта машина может пройти по любой пересеченной местности. Многочисленное количество мигалок. В городских условиях это очень надо, если пробка, чтобы не выдавать себя, чтобы можно было проехать. Посмотрите на нее, я поверну на 360 градусов. Очень крутая тачка на самом деле. Ну что, а теперь переходим к процессу трансформации нашей полицейской машины. И процесс трансформации начинаем с ног. Во-первых, чуть-чуть отводим вот так вот двери в бок, перекручиваем тело. И вот видите, два таких фиксатора, они фиксируют ноги. Что когда машина находится в процессе быстрой езды, они не раздвигались, и было все плотно и крепко. Вот я их открепляю, и вот это вот у нас автоматически превращается в защитную броню, такую крышечку, что закрывает тело нашего робота-трансформера вот таким вот образом. Ноги, соответственно, подвижные. Теперь откидываем верхний колпак. Вот так вот. И выдвигаем голову. А точнее уши. Или я бы даже сказал, такие антенны, по которым передаются сигналы там по рации, если надо кого-то там преследовать или обезвредить, грубо говоря. Голова крутится. И руки. А вот эти вот два таких вот как бы пистолета еще, я их замаскировал под мигалки. Соответственно, они превращаются в пистолеты уже. Причем два мощных таких пистолета. Я бы даже сказал, больше похоже на гранатомета. Вот такой вот получается робот-трансформер. Руки подвижные за счет шарниров. Ноги тоже. Такой вот он в сборке, соответственно. Если нам надо его перетрансформировать обратно в машину, это тоже делается очень легко в обратной последовательности. Берем, обратно ставим мигалки, а точнее пистолеты. Но когда он в состоянии машины, то это скорее мигалки. Убираем уши назад. Опять закрываем вот эту крышку. Руки также убираются. В обратной последовательности вот эту крышку мы убираем вниз. Закрепляем ее на вот эти вот одинарные пимпочки. Перекручиваем тело. И до плотного прилегания дверей. Все, трансформер опять в сборе. В виде полицейской машины. Вот такой вот он. Симпатичная замаскированная патрульная машина. Ну что, я вам показал, как трансформируется эта полицейская машина. Вот посмотрите на трансформера в сборе робота. Сейчас я вам поверну его на 360 градусов, чтобы можно было его хорошо рассмотреть. Его в полный рост. Вот такой вот он получается. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. Я с удовольствием расскажу, как я его собирал. Ну, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.